Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сейчас будет просто разнос башки, потому что я зашел впервые на этот аккаунт за 4 года, и я не знаю, что же там в аккаунте есть, и возможно, я прямо сегодня стану богачом, или возможно, прямо сегодня я не стану никем. Мы сегодня все это узнаем, поэтому, ребята, присаживайтесь подобней, обязательно прожмите огромнейший лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, вы готовы? Поехали! И, конечно, у вас всех назревает вопрос. Кента ПК, слышь ты, пыль! Откуда у тебя этот аккаунт? Ребята, рассказываю. 4 года назад этот аккаунт подарил мне мой подписчик по имени Дезли. Он просто говорит, Кентуха, я уже в спин-офф не играю, и подарил мне этот аккаунт. С того момента я на этот аккаунт не заходил. Я вообще не знаю, что на этом аккаунте произошло. Возможно, он все скины продавал. Но я надеюсь, нет. Поэтому, ребята, возможно, я сегодня буду сказочно богатым и что-то даже подарю вам. Чики-бам-бу, не чики-бам-бала, и ладно, надеюсь, я буду богатым. Первое то, что мы видим, ребята, это ранг элита и ранг рейнджер. Что же это означает? Это означает, что он на моем аккаунте играл. То есть он мне аккаунт подарил, но он на нем играл, потому что у него есть звание. Но, надеюсь, он играл немного, и, надеюсь, он скины не продавал. Ну что же, смотрим дальше, смотрим профиль. Мы видим то, что он в клане маслята, ребята. Ну, тут без вариантов, ребята, маслята, набаванж, маслята, дверби упор. Так, смотрим дальше. Сезон номер 2, легенда, и сезон номер 1, тоже легенда. Вот прямо сейчас мы, ребята, по-настоящему узнаем, как же давно он заходил на этот аккаунт. Вообще, если честно, я не понимаю. Ты подарил аккаунт мне? Почему ты играешь на моем аккаунте? Ну и как? Мы видим то, что последний раз он, ребята, играл 9 января, полгода назад. Я реально не знаю. То есть он подарил мне аккаунт 4 года назад. Я на этот аккаунт ни разу не заходил, но он время от времени на этот аккаунт заходит. То есть мы видим, он играл, ребят, смотрите, 3 января, потом он играл 30 декабря, потом он играл 28 сентября. То есть мы видим, что время от времени, ребята, он заходил и иногда поигрывал. Что же в этом аккаунте осталось, я не знаю, но мне очень интересно посмотреть. Давайте для начала посмотрим заявочки, вы друзья. И, ребята, знаете, кого я тут вижу? Я тут вижу моих старых подписчиков. Вот я помню этого подписчика. Он примерно 2 года назад меня смотрел. Это Мостик, это мой очень хороший подписчик. Дальше, о, Лацкий. Я помню этого подписчика. Он меня смотрел примерно года 3 назад. То есть, ребята, у этого парня в друзьях все мои старые подписчики, потому что это старый аккаунт. Блин, как же это круто. Давайте немножко почитаем сообщения, потому что, как я вижу, даже до сих пор кто-то пишет сообщение, пишет: о, привет. Тут парень пишет: ку. Тут пишет: пры. Ребята, вы посмотрите, тут пишет парень: друг, дай 5000 голды. Да, братан, кто тебе даст голду, ёганый бабай? У тебя же ей как стильболт. Если ты разработчик, сам себе наколдуй голду, понял? А то попрошаем здесь что, да? Еще пишет: ради мамы. Ладно, бы написал ради папы, но ради мамы не дам. Так, что еще пишут? Дай голды, пыжи, 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 пыжи. Го один на один, плес. Ну, ребят, как мы видим, в сообщениях особо ничего умного не пишут. Ну а сейчас, ребята, будет самый сок, потому что мы перейдем в инвентарь и посмотрим, что же осталось на моем аккаунте. Может быть, он все продал, может быть, он ничего не трогал, может, он реально просто ходил и играл, но при этом ничего не трогал, потому что он помнил, что это аккаунт мой. Как говорится, была не была. Я, ребята, закрываю глаза, вы уже видите, что там выпало. Вы уже видите, что же находится в этом аккаунте. Я ничего не вижу. Пожалуйста, я очень прошу. Так, оу! Оу, что же я вижу? Это рофл. Это просто рофл. Так, ребята, вы посмотрите. Я богат. Я богат, я реально богат. Я реально богат. Давайте обо всем по порядочку. Самое главное, что тут вижу, это АВМ Кинезис статрек. Обратите внимание, ё-моё. Snow Queen, наклеечка. Знаете, сколько она стоит? Знаете, сколько она стоит? Это самая дорогая наклейка на рынке. Ну, почти самая дорогая наклейка. Просто смотрите. Она стоит 42 500. Обалдеть! Также тут есть брелок снежинка. Я вообще без понятия, сколько он стоит. Давайте его снимем и посмотрим. Он стоит 226 голды. Это дешево. Ну, ребята, у нас два! У нас два! У нас Genesis Star-Trek с наклейкой Snow Queen. И обычный Genesis с наклейкой Snow Queen. Что? Это мой аккаунт! Это мой аккаунт, я богач! Я разбогател! Да! Просто посмотрите, раз наклеечка Snow Queen. Чикайте, два, два, два! Это не сон, так, смотрим дальше. Эмочка Bubble Jam, так, понятно. 5-7, понятно, 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 понятно. Тут ничего интересного нету, но у нас еще есть Furious Кейсичек. И знаете что, в честь такого хорошего праздника, то, что я стал богатым, мы, конечно же, откроем его! Ахалай-махалай! Аркану нам давай. И узнаем, что Кент Пеппа или нет.
Если статрек, то не Пеппа. О! Кто говорил, что Ген Пеппа? Я не Пеппа, ребята. Поаккуратней! Также у нас есть АКР Туерс. И, ребята, это только начало. Это только начало. И он стоит 4500 голды. Что? У нас целых 600 предметов. Я даже не заметил. Давайте прямо сейчас откроем, ребята. А что бы нет? Открываем. Мы можем себе позволить. Просто берем и открываем. Ну, а что бы нет, ребят? Богатая жизнь. Опа, Грипуля. Кто Грипуля? Это я, Грипуля? Не понял. Давайте, попыточка номер два. Это кто из нас Грипуля, а? Так, легендарочки, иди сюда, сегодня наш день. Сегодня наш день, и я чувствую то, что, ребята, впереди нас ждет нечто большое, нечто огромное. Ого! А так можно было? И у нас остается один удаленный кейзичек, это Райвел. Конечно же, мы прямо сейчас его вот так, техника легкой руки, пау! Запускаем, и как вы думаете? Как вы думаете? Опять легендарочка. Сегодня наш день. Я отвечаю, нас ждет нечто грандиозное. И мне кажется, мы найдем там что-то очень дорогое. Вы готовы даже идти дальше? Да, капитан! Ну тогда идемте. Тогда идемте. Так, ну пока что, ребята, ничего такого, да? Все, дешман. Не, ну хотя мы нашли, смотри, мы нашли эбочку Гран-Прикс с крутой наклеечкой, с зомбарем, да? Ну уже тоже прикольно, лучше, чем ничего. Так, ребят, пока что все, смотри, дефолтик. О, у нас пошли М40 Winter Track. Сколько они стоят? А ну-ка, 149 голды. Ну, конечно, не поганенько, но как-то маловато. Я, конечно, извиняюсь, но мне бы какую-то авик-то хату найти или ножичек какой-то. Опа, FNFall Tactical, зацените наклеечку. Не, ну, ребята, наклеечка, хэштег не падает, хэштег богатая жизнь. О, USP Stunkold, он стоит дорого, он стоит в районе 600 голды. И у нас есть USP Stunkold. Также мы, ребята, можем сделать крафт. А, нет, крафт не можем сделать, извиняюсь. Так, идемте дальше. AVM Scratch. Опять сборем этим. Ну, ё-моё. Вот это наклеечки, да? Так, идемте дальше. Ох, ребят, что же нас ждет? Я отвечаю, я чувствую это фулл разнос. Так, идемте дальше, пока что рарки, да? То есть пока что я вас ничем не удивил. Пока ничего интересного нету. Так. Давай. И... Ох, ребята, просто пристегнитесь, мы взлетаем. Я! Так, я не понял, а где наклейки? О, что? Что? Я не верю своим глазам. Так, наклеечка номер один, стикер Neon Color. 4К голды, 4К, вы понимаете? А теперь самое главное. У меня есть 3 наклейки Snowqueen. Я прямо сейчас просто возьму и одну поставлю на рыночек за 99 999. Вот так вот. Блин, ребята. То есть вы понимаете, что буквально через месяц я смогу все эти наклейки продать по 100к каждую, и я стану богатым. Обалдеть, у меня целых 3 наклейки Snowqueen, еще 2 АВМа с этими наклейками. Ё-моё, есть еще наклеечка стикер Зона 9, вау. Так, идемте дальше, стикер Neon Dragon. Посмотрите, как много разных легендарок, как же много всего. Я не верю своим глазам, это мой аккаунт. Стикер Аккордеон, а ну-ка. Он же стоит по 700 голды, обалдеть. А вот это Fire 128, как же дорого. А вот эта вот наклеечка сколько стоит? 43, ну понятно, она чуть не очень подорожала, потому что она стрёмная. Стикер Пингвин, ну, наверное, голды 500, да? 590, вау! Токсик, она очень дорогая. Она стоит 430 голды. Так, а вот это смог? 425, ребят, я богач, у меня тут минимум 500 000 голды. Ребята, в принципе, на этом все. Кто из вас хочет на халяву получить вот эту вот малышечку с наклеечкой Snowqueen бесплатно, прямо сейчас переходим по ссылочке в описании, там есть моя телега, и подписываемся на нее. Также, ребята, подпишитесь на мой YouTube канал, напишите любой хороший комментарий, и самое главное, прожмите лайк. С вами был ваш Кентуха, колотя ухо, всем удачи, всем пока.